что пело, все, что млело, все давным-давно и слело. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Thank you.
подозреваемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. The mobile phone is switched off or outside the coverage area. Oh, my God.
остаться с тобой. Счастья не знал и на
носила меня, как осенний листок. Я менял города, я менял имена, надышался я пылью заморских дорог, где не пахли цветы, не блестела луна, и окурки я за борт швырял в океан, проклинал красоту островов и морей, и бразильских болот малярийный туман, и вино кабаков, и тоску лагерей. Зачеркнуть бы всю жизнь, да сначала начать полететь к ненаглядной пивунье своей. Да вот только узнает ли родина мать одного из пропащих своих сыновей. Что-то стало холодать, а? А река близко. Пойду пройдусь. Пропахали и за
завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Я слушаю. Мамуля, а подойди к большой комнате, к окну, пожалуйста. Я стою около подъезда. Что? Подойди, пожалуйста, к большому к окну в большой комнате. Я у подъезда стою, снимаю. Зачем? Ну я тебя снять хочу. Не надо, Ярослав. Не надо. Все. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Бывать местный. Я так давно. Кто? Люба и любознательность Любопитчева, а Люба Люба. Чем занимаешься? Благо или на благо или как? Вот идет музыкальный фон. Ага. Я снимаю видео. Сейчас должен прийти лектор. У меня дома видеотрансляция. Но это на благо или на что? Во благо. Вы можете в гости зайти. Нет, это во благо. Снимаете все. Я считаю, да. Главное, чтобы во благо было. Я считаю, да. Ну, точки разные могут быть. Это понятное дело, но тем не менее, ну, как это говорят, как милиционер к соседке приходил, я в другом виде была, не так, в цивильном была. Он так, я говорю, вы не ко мне, ну вот, не, я сказала, вы не к нам, но я имела в виду и свою соседку, а он так на меня посмотрел, говорит, ну уж точно не к вам, ну вот, ну то есть как бы вид, так я по виду, хорошо. Как милиционер. Ну, а вы из какого подъезда? А я из шестого. Но оказалось, он действительно к нам, к Светике нашей, которая сгорела у нас. Ну, получилось так. У вас сгорел человек? Ну, а, нет, он не сгорел. Она просто газом отравилась. Газом отравилась? Да. Ну, этим, угаром. Понятно. Хорошо. Yeah.
Ну, что-то Золотарева не видать, дорогие друзья. Все, давай, жду тебя. Сиреневую даль, сиреневый туман над нами.
знает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой ее прощались навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой ее прощались навсегда. Thank you.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня 13 мая 2014 года, московское время, 19 часов 29 минут. Алексей Золотарев задерживается. Работает вторая камера. Эта камера работает уже давно. Уже 46 минут работает эта камера. Я могу ее уже как раз выключить, потому что запустился эфир. Ну да, наверное, так и сделаем. Включим ее, когда придет Золотарев. А пока стоп снято.